Да здравствует солнце, да скроется тьма. Солнце русской поэзии — наше все, главный поэт России. Праздник в честь дня рождения Александра Пушкина открыл народный артист СССР Василий Лановой, новостью, прочитанной в самолете по дороге в Казань. Американец Джулиан Генри Лоуэнфельд представляет в Москве свой том переводов Пушкина. Это неизмеримые новые горизонты, которые покорит пушкинское слово. Еще одна хорошая новость уже от президента республики. В ближайшее время мы вместе откроем культурный центр имени Пушкина. Сегодня мы эту тему обсуждали, и это будет вот местом, где мы можем еще плотнее организовать нашу работу. Без вас мне скучно, я зеваю. При вас мне грустно, я терплю. Стихи Пушкина, романсы и танцы в духе пышных балов. На празднике и награды директорам школ, артистам и работникам культуры, которые всю жизнь посвятили русскому языку. Я сама люблю. Люблю поэзию, люблю литературу и люблю детей. И очень важно быть с ними, как бы сказать, по одну сторону баррикады, когда мы боремся с трудностями, с проблемами. И тогда, мне кажется, это становится, ну, действительно счастьем. Нужно больше читать. Я думаю лично, потому что сейчас век интернета, но я думаю, лучше, конечно, читать книгу. Тогда, мне кажется, все будет хорошо. Любовь к Пушкину сегодня во всем. На выставке в оперном театре, скульптуры с героями поэм и романов и, конечно, сценки из жизни самого поэта. Вот, например, друзья из Царско-сельского лицея. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолонкие видения. Какие чистые глаза ты. Пушкинские строки в оригинале от корейцев, японцев, алжирцев. А на сколько языков эти стихи переводятся, сложно сосчитать. Вот оно, солнце, которое до сих пор светит на весь мир. Есть женщины в русских селении, в Макале и Фор, avec des fiers. Мы сохраним тебя, русская речь. Великое русское слово. Лина Зинатульевна, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.